Привет, друзья! Сегодня пополним нашу коллекцию единорогов. Ссылки будут в описании. Добро пожаловать! Итак, для изготовления единорога нам понадобится два длинных шарика ШДМ. Их размер 260. Насос для воздушных шаров, ножницы и перманентный маркер. Итак, начнем. Наполним воздухом розовый шарик и оставим хвостик примерно на 6-8 пальцев. Вот хвостик. Немножко спустим воздух и аккуратно завяжем шарик. Разомнем его и сделаем лошади губы. Скрутим шарик раз. Теперь хвостик оттягиваем, придерживаем левой рукой. Складываем шарик вот таким образом. Пальцами правой руки оттягиваем этот элемент и перекручиваем. Надеемся, что вам видно хорошо. Так, вот у нас получился элемент пинч-твист. Далее делаем вторую губу. Можно ее сделать чуть-чуть меньше. Скрутим шарик раз. Вот, друзья. Теперь также складываем. Левой рукой придерживаем. Пальцами правой руки оттягиваем и перекручиваем. Вот. Вот что у нас получилось. Губы готовы. Теперь сделаем морду. Скрутим шарик. Раз. И делаем два элемента пинч-твист. Это будут уши. Не забывайте, друзья, периодическим надавливанием правой рукой на шарик воздух отгонять по направлению к хвостику. Итак, делаем два элемента пинч-твист, таких, как мы делали губы, только одинакового размера. Скрутим шарик раз. Складываем шарики. Левой рукой придерживаем. Пальцами правой руки оттягиваем и перекручиваем. Еще один такой элемент. Скрутим шарик раз. Теперь складываем, придерживаем и пальцами правой руки аккуратно оттягиваем и перекручиваем. Ушки готовы. Так. Далее делаем шею. Не забывайте, друзья, направлять воздух к хвостику. Так шарик будет более мягким, эластичным и не будет так лопаться. Скрутим шарик раз. И делаем один такой же элемент. Пинч-твист, только маленький. Скрутим шарик раз. И еще раз. Вот так. Теперь делаем две ноги. Скрутим шарик раз. Делаем такой же элемент Bubble Twist 2. Левой рукой придерживаем и перекручиваем. Вот, друзья, у нас шея, передние ноги. Сейчас сделаем спину. Скрутим шарик раз. И делаем задние ноги лошадки. Такие же два элемента Pinch Twist. Скрутим шарик раз. Скрутим шарик 2. И вот что у нас получилось. И перекрутим. Вот. И хвостик у нас получился замечательный. Вот у нас лошадка готова. Теперь останется сделать ей гриву. Гриву будем делать из белого шарика, только нам понадобится всего лишь половина. Разрежем шарик белый пополам. Наполним шарик воздухом. Только немного, примерно по длине шеи лошадки.
Вот так. Завяжем шарик и прикрепим его к ножкам. Вот так. Обовьем хвостик вокруг элемента пинч-твист и спрячем. Вот что у нас получилось. Теперь нам необходимо сделать гриву. Для этого нам надо скрутить шарик раз, один элемент bubble twist. Левой рукой придерживайте. Делаем такой же еще второй элемент. Хорошенько. И вот у нас получится рог. За ушами закрепим его и выведем на место перед ушами лошадки. Так, теперь нам надо все правильно расправить. Начнем с губ. Губы, мордочка. Поправим уши. Так, грива на месте. Поставим на место спинку. Вот. И ножки. Голову развернем к нам, чтобы она так смотрела на нас красиво. И вот, друзья, лошадка готова. Единорог маленький. Скок-скок. Так, теперь можно перманентным маркером нарисовать ей глаза. Будет очень красиво. И все, дорогие друзья, красивый единорог из воздушных шариков готов. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Ссылки будут в описании. Пока!